Друзья, всем привет из Голубицка, от Азовского моря. Сегодня идем смотреть последствия шторма. Вчера ветер был ночью, вернее, сегодня ночью был очень сильный ветер. Раза в два, наверное, тут зрители сообщают. А чем в тот день, когда я шторм снимал, там видео набрал уже больше 100 тысяч просмотров. В общем, посмотрим, что здесь происходит. Кстати, я сегодня вот в новой куртке, вот в этой, Абибас, посмотрите. Технологии, я вам скажу, друзья, развиваются потрясающими темпами. Я тут 3 года хожу в курточке, которая продувается, промокает насквозь. Вот представляете, как я видео снимал? Вот сейчас я иду в футболочке, эту куртку одел. Кстати, будем испытывать. Вроде как бы маленький дождь был, но вроде сухо пока, интересно. И главное, не продувает, вообще великолепно. Так, по традиции для наших зрителей покажем цветы, чтобы настроение поднять. А они у нас еще растут. У меня сегодня вообще после такого дубака, чтобы вы понимали, сегодня плюс 4 градуса в Голубицкой. Это Азовское море, южный берег Азовского моря. Плюс 4 градуса, друзья. И расцвели розы. Я, конечно, потрясен. Но вот так. Прошел какой-то маленький град. Небо вы сами видите какое. Мрачное. Вообще просто зима настоящая, друзья. Уже практически без вариантов. Главное нам в дождь не попасть, чтобы телефон не замочить. Это у нас золотая рыбка. Идем проверить, что с ней сотворил шторм. Надеюсь, все в порядке там. Смотрите, что у нас происходит. Солнышко, если, конечно, выйдет, то будет благодать, как всегда. Но сейчас, на данный момент, мрачновато. Я, конечно, прошу прощения, не знаю, будет ли вам слышно что-то, не будет. Пока не могу понять. Ветер, конечно, сильный. Вчера наши зрители, которые живут на северном берегу Азовского моря, люди что-то собирают здесь, на пляже. Интересно. Их затопило там в Таганрогском заливе, это ближе уже к Ростовской области, туда, к Ростову. Блин, друзья, посмотрите. Ну да. Похоже, шторм побуянил. Сейчас мы зайдем. Вот это пляж Альмары. Начнем с него, пока у меня руки здесь не околели. Так. Обратите внимание, вот сюда заходила вода, друзья. Вот. Это видно по следам. Вот, если вы видите, вот куски вот этой глины, прессованного песка. Вот видите, вот эти кусочки. Вот так вот выламывало море. Посмотрите, это как бы такая корка здесь. Обратите внимание, это вот прессованная порода такая своеобразная. Сверху уже идет у нас песок простой обычный на пляже. Удивительно. Вскрылись старые мешки. Это еще после тех зимних штормов, которые у нас буйствовали здесь. Вот там вот интересный какой-то предмет в море. Но волны еще сильные, очень сильные. Похоже на какую-то покрышку от трактора, что ли. Невероятная, конечно, картина. Интересно, что же люди у нас здесь ищут. И вот видите как, вот сюда волны добивали. Это где-то вырвало столб и просто волнами сюда закинуло. Невероятно, конечно. А вот здесь у нас пляж золотой рыбки. Здравствуйте. А что интересного? Что интересного ищете? А, можно я покажу? Ох как. Ну, молодец. Это значит, вы идете и глазами смотрите, да? Да. После моря того. Никого искателя нету. Вот. Молодцы вы, молодцы, да. Удачи вам. Спасибо, и вам также. Вот, друзья, посмотрите у нас, что бывает. Блин, а вот здесь вот катастрофа, друзья, просто катастрофа. Посмотрите, как дерево размыто, корни дерева. Очень сильный был шторм, очень сильный. Кто тут в комментариях сомневался, там не разводите панику там и так далее. Друзья, какая паника, посмотрите, вот это вот, как, я не знаю, как это называть, порода, которая держит берег. Вот она, земля тут прессованная, она такая, с глиной тут совсем. Ее начало поднимать море.
Если бы не эти буны, тоже у нас есть тут зрители, которые сомневаются в их необходимости. Вот этого пляжа бы просто сейчас не было, друзья. Просто. Я думаю, море бы зашло бы туда и дальше на Золотую Рыбку. Вот обратите внимание, как сдерживает пляж. Тут даже у нас опоры опять наклонены. Что сказать, не везет Золотой Рыбке в этом плане. Почему-то удар моря приходится на них. Ну это, конечно, красота. Видео будет такое не длинное. Я просто покажу вот этот район, а потом мы пойдем вот в это уже легендарное место, которое знает вся Россия уже, похоже. Там, я говорю, уже 100 тысяч просмотров, там еще выше, выше растет. Я не знаю, как алгоритмы работают YouTube, непонятно. И что главное, заходите, друзья, в Рутюб. В Рутюбе 100 просмотров, к примеру, да? А на YouTube 100 тысяч. Потрясающе. Какая же красота невероятная. Вот, я почему и говорю, пора спасать уже берег там потихоньку. Надо какой-то институт уже подключить. У нас же в государстве есть ученые, да, которые содержатся за государственный счет. Уже пора что-то думать по этому поводу. Иначе мы тут останемся вообще без пляжей. Если так вот будет море здесь у нас выкрутасы такие устраивать. И это вот еще небольшой шторм, по идее, друзья. Это вот, ну, то, что вы наблюдаете, я хочу вам сказать, это, ну, где-то раза в три ветер вообще стих. Вечером здесь мы бы с вами вообще даже, наверное, пройти не смогли. Даже вот тупо по пляжу, видите, вот куда волна добивала, вот прекрасно видно. Это вот деревья так у нас выкидывают, какие-то стройматериалы, где-то разнесло, похоже, какое-то строение. И вот вам, пожалуйста, все это на берегу. Да. И вот здесь мы бы, конечно, вообще не прошли. Просто физически. Ветер был действительно очень сильный, все гудело. У меня дом находится здесь, ну, по прямой, если метров 700 отсюда. И мне везет, как бы вокруг там соседи построили там богатый высокий дом. А то, что у меня сад, очень много деревьев. И как бы находится это все под горой и в низине. Это идеально. Как бы мне не страшны различные ветра. Ветер менялся у нас вчера сзади несколько раз. То давил, вот я говорю, на северное побережье, туда, в сторону Таганрога, то западный ветер, как бы даже северо-западный, тоже начинал вот воду выкидывать. Посмотрите, да, хорошо кого-то подразнесло. Даже какая-то мебель здесь. Мебель, друзья. Кто потерял в своих домиках там и как-то... Посмотрите, она у нас тут. Просто фантастика, конечно. Несчастная медуза, посмотрите, даже медуза есть здесь. Удивительно это, конечно, все выглядит. Я прямо сейчас попытаюсь, конечно, закинуть это видео в YouTube. Но заходите там в Рутюб, везде, кто где, кому где удобнее смотреть. В Дзене, короче, есть ВК. Просто люди спрашивают, зачем ты выкидываешь Рутюб, в YouTube, вернее, если он не работает. Друзья, там везде есть. Посмотрите, у меня под каждым видео ссылка в описании. Кто хочет, кстати, канал поддержать, поддержите. На бензин какой-нибудь. Буду благодарен. Сможем куда-нибудь с вами поехать в интересные места, потому что интересно было бы посмотреть, что в ближайших поселках, если вот в Голубийской такое происходит. Представляете, что там где-то в Ильиче, в Пересыпи, это, конечно, жесть. Надо бы в Тамань съездить. Тут одна зрительница про Тамань спрашивала. Там немножко, я думаю, ситуация будет получше, чем здесь. Все-таки там Таманский залив, и я не думаю, что так сильно разгонялось море. Вот обратите внимание, вот эти вот все крикуны там, да, что не надо паниковать и так далее. Какая паника, друзья? МЧС предупреждала, МЧС о поднятии воды до критических
отметок, выше критических отметок, чтобы вы понимали, это не шутки. Посмотрите сами. Вам лишь бы там комментарии какие-то гадости пописать, а наяву-то вот. Обратите внимание, кто знает Голубицкую, вот был, кто-то говорит, там на Азовском море штормов не бывает, друзья, ну перестаньте вот эту вот ерунду писать. Азовское море, оно еще покруче Черного моря. Может быть. О, посмотрите. Смотрите, какая красота. Да, это просто фантастика. Это нереально. Сильный был шторм, друзья. Сейчас мы пойдем с вами в Чайку. Я вот здесь буду заканчивать. Вы сами все это видите, всю эту картину. Можно сказать, ужасающую картину, друзья. Да. И те люди, кто пишет, что пусть вот кто строил здесь, сами как бы расхлебывают. Уважаемые зрители, мы Черное море спасаем, вот курорты Черного моря уже столетиями государства. Вот это за все за счет людей. Укрепление берега и так далее. Пора уже Азовским морем тоже позаниматься, я считаю. Ну что это такое-то? Вот постепенно так раз и дойдет до домов жителей. Уже станица. Это не шутки. Это вот последние люди, кто спасает, можно сказать, берег. Море раньше было дальше. Это сейчас оно вот так подошло. Дорогие друзья, вот посмотрите. Пляжи там, ну, метров 50 было, допустим, отсюда вот этот берег. И люди не виноваты, что такая картина произошла. Это просто море подходит. В советское время была защита берега, берегоукрепление. Один зритель правильно написал. В то время просто бы земснаряды прошли по берегу, насыпали бы песка там на зиму, допустим, да? Вот ракушка, вот это все, вот волны гасит, так же, как галька на Черном море, и было бы все в порядке. А сейчас вот так. Ладно, дорогие друзья, идем дальше. Следите за каналом. Давайте посмотрим, что там у нас произошло на пляжах Чайки, на Центральном. Пока, конечно, картина не радует.